Отче наш, иже на небесе, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь.